38-летняя Кейт Миддлтон, продолжает свой тур по Великобритании. Вчера герцогиня удивила своим визитом сотрудников кафе в Абердине. В прибрежный шотландский город супруга принца Уильяма приехала в сером приталенном пальто, в котором она уже выходила в свет в 2013 году. Свитере с горлом лавандового оттенка и черных джинсах скини. Монаршую особу сопровождал охранник, который также выступил в роли водителя. У кафе под названием Social Bite Кейт встретил один из сотрудников. Проходившие мимо люди с любопытством наблюдали за герцогиней. Social Bite – сеть социальных кафе в Шотландии. Компания раздает еду и горячие напитки бездомным, а также предоставляет место для людей, которые сами однажды оказались без крова. Кейт, известная в Шотландии как графиня Стратерн, сделала снимок с сотрудниками кафе, а также побеседовала на остросоциальные темы. Одними разговорами визит Миддлтон не закончился. Кейт отправилась на кухню, где вместе с остальными поварами приготовила еду для бездомных. Герцогиня выглядела довольной и воодушевленной. Она с радостью взялась за готовку, шутя и поднимая настроение окружающим. Основательница Social Bite Элис Томпсон оценила кулинарные навыки Миддлтон и отметила, что визиты таких важных персон очень помогают привлечь волонтеров. «Мы всегда рады, если публичные люди приходят к нам и рассказывают о нас и нашей миссии миру», — поделилась мыслями женщина с изданием The Mirror. Прежде чем отправиться в Шотландию, Кейт побывала на ферме в Северной Ирландии. Там она покормила ягнят и взяла в руки змею, преодолев свой страх перед рептилиями. Накануне герцоги кембриджские совершили редкий выход в свет в компании 71-летнего принца Уэльского и его жены Камиллы.